алкоголик и придурок! Алкоголик и придурок! Это такой ритуал, да? Опа! Я не люблю. Сердце крови не обливается. Я не люблю, когда приемник так орет. Я не люблю тебя, твоих французских булок. Я алкоголик. Слушай, может, ты зря это сделал? Нам плыть больше никуда не надо. Алкоголик и придурок. Алкоголик и придурок. Алкоголик и придурок. Алкоголик и придурок. Это таким образом лодка разбирается, да? Всякое случается в жизни. Даже если вы повредите один из отсеков, вы останетесь на плаву. Ничего страшного не случится, если вы пробьете еще один отсек. Если вы пробьете даже все три отсека, вы останетесь на плаву. Ну вот, мы сделали разрез. Теперь вы сможете убедиться в том, что под каждой латкой... Ну, раз уж нам это позволит, даже вот заточим. Не, ну нормально держит, да? Слушай. Пообедать хочешь? Я хочу пообедать на баллоне, да. Слушай, прикол. Да, вот лично армированный. Армированный, да. Мы с наложением с двойной прослойкой, с двойной проложкой. Слушай, получается раз, два, три, четыре слоя на самом стыке. Да. Прикольно. Резко из-под воды выскакивает карп или щука! Бешеная с ножом от фирмы Опинель, на которой ссылочка будет под этим роликом. И такой только хочу вашу лодочку! И вы идете медленно, но уверенно ко дну. Юкарный бабай!
Даже если вы пробьете один из отсеков, на остальных трех вы доберетесь до берега. Мы уверены в наших лодках. В течение суток мы хотим показать, как сделать второй порез, но более аккуратно. Давай, смотрись. О, наконец-то! Вот она. Мы ее разрезали. Вот. Ну, тоже повреждение вполне себе имеет, может иметь место быть в реальной жизни. Well, he was wondering, now you're overcoming your fear of water, if you'd like to come on a little boating trip. Just the three of us. Is he serious? Yeah. I wish I had invited my dad around now.